Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить фаршированные голубцы с морковью. Это блюдо можно оценить как заготовку на зиму, можно кушать через 3 дня. Это прекрасная закуска, которую можно подавать к праздничному столу, можно просто перекусывать как салатик. Для наших голубцов нам понадобится капуста или конкретно ее листья. Вот листья, которые мы сняли. Остальные листья мы сейчас покажем, как их легче снимать. Также нам понадобится морковь, красный перец, острый перец, чеснок, растительное масло, уксус, сахар и так далее. Приступаем к приготовлению. Чтобы нам легче снять листья с капустного вилка, мы делаем вокруг кочерыжки вот такой вот надрез, с помощью которого легче снимать листья. И потихонечку пробуем снимать листочки. Аккуратненько. Уже здесь сложнее снимаются листочки. Ну вот, тем не менее, вот такой вот листик мы аккуратненько сняли. Листьев мы сняли достаточно. Если у вас сложно снимаются листья, значит, нужно треть вилка разделить на часть. Вот так вот мы делаем. Эту часть мы убираем, а эту часть мы опускаем в горячую воду и начинаем аккуратно отделять листочки. И самое главное следить, чтобы наши листочки не переварились в горячей воде. Значит, приступаем к нашему рецепту непосредственно. Капустный лист. Из него вырезаем сердцевинку, делим его на 2 части. Вот одна у нас получилась без сердцевинки, мы ее убираем в сторону, а из другой мы просто удаляем эту сердцевину, она нам не пригодится. Вот такие вот 2 листочка у нас получились с одного листа. В них мы будем заворачивать наши голубцы. Убираем их в сторону. Вот столько листочков у нас получилось. Сейчас мы их будем бросать в кипящую соленую воду буквально на 1 минуту, чтобы они у нас чуть-чуть стали мягче. Ни в коем случае нельзя их задерживать в воде, чтобы они не переварились. Ну, сейчас посмотрите, как это будет. Мы солим как следует. Я прям добавлю 3 столовых ложки с горкой воды, соли. Все размешиваю. Ждем, пока наша соль растворится. Мы кладем в кипящую воду. Класть мы их будем по 2-3 штучки, чтобы они у нас не переварились. Буквально на 1 минуточку. Погружаем их в кипяток, чтобы дело пошло побыстрее. Минутка прошла. Мы их вытаскиваем. Листья мы кладем в кипяток для того, чтобы, когда мы их заворачивали в голубцы, они у нас не ломались. Выкладываем. 1 минуты достаточно. Они у нас уже, видно, стали помягче. Листик стал мягкий. Этого достаточно. Продолжаем дальше. Листочки наши мы подготовили. Сейчас мы на крупной терке натираем морковь. Через пресс мы пропускаем чеснок. Чеснока мы взяли вот на нашу морковь 2 больших головки. Если у вас маленькие головки, значит, нужно взять 3 головки чеснока. Мы будем готовить немножко острые,
Поэтому мы добавляем вот от такого большого перца третью часть острого. Мелко-мелко его рубим. Очень мелко. Перчик мы измельчили. Добавляем к нашей моркови. И морковку, чеснок и перец мы тщательно-тщательно перемешиваем как следует, чтобы все как следует у нас перемешалось. Чеснок, красный перец и морковка. Накладываем на лист морковь. Заворачиваем в рулет. Плотненько придерживаем, чтобы он у нас был плотненьким, такой рулетик. Так, вот он у нас готов. Дальше. На дно баночки мы плотненько укладываем рулетики наши. Вот таким вот способом. В банку мы положили слой голубцов. Его перекладываем слоем болгарского перца. Вот такими колечками мы его порезали. И продолжаем дальше крутить голубчики наши. Вот такая баночка трехлитровая у нас получилась голубцов. Сейчас мы переходим к приготовлению маринада. 1 литр маринада мы кладем 3 лаврушки. Перец душистый. И положим штучек 5. Кладем 2 столовые ложки соли. Не забываем, что соль у нас должна быть специальная для засолки. Соль мы кладем без горки. Также сюда мы добавляем полстакана сахара. Полстакана растительного масла и добавляем 1 столовую ложечку уксусной эссенции. Перемешиваем. Смотрим, чтобы у нас сахар и соль хорошенько растворились. Даем прокипеть нашему маринаду минут 5. И будем заливать наши голубцы. Наш закипел. Он прокипел 5 минут. И мы сейчас будем заливать голубцы. Аккуратненько по центру мы льем кипяток. Потихоньку, не торопясь, тоненькой-тоненькой струечкой у нас идет. Мы наполнили баночку, накрываем крышкой. Крышкой банку мы не забываем стерилизовать. Накрываем минут на 15, на 20. Потом доливаем маринад, потому что, как мы видим, очень усиленно идут газы кверху. Минут через 15 мы дольем маринад. Так, время прошло. Немножко вот так вот баночку потрясем. Воздух практически весь вышел. И сейчас мы будем добавлять маринад. Видно, что воздух вышел и требует добавления маринада. Закрываем, остужаем и ставим в прохладное место. Значит, через 3 дня наши голубцы уже можно будет кушать. Голубцы маринованные наши готовы. Значит, их можно хранить длительный срок, но обязательно в прохладном месте. Готовьте с нами, готовьте по нашим рецептам. Приятного вам аппетита и спасибо за внимание.